День не закончился. Еще пока гружу видео с прогулки. Вот Наташи приехали сделать. Если получится. Открыть надо машину. Машина не открывается. Наверное, сел аккумулятор. Так поняли. И поэтому брелком щелкаем, а машина не открывается. Наташа стоит. Вот с Ладюшиной машиной она стоит. Ладюшина машина. Это мужчина приехал. Как-то надо, говорит, там подлезть. Как уж там? Фрося сидит, тоже смотрит. Чё, тоже смотришь, да? А? Ах ты. Поела корм не свой и сидит. Я сейчас буду перерабатывать смородину. Сахаром засыпем, блендером забьем. И все. Будет окейно. Окейно вспомнил. Рыжик пошел. Все, убегаешь? Наелся с чужой чашки. И каждый ест в другой чашке. В своей не ест. Ну-ка, в своей-то есть у него что-нибудь? Ну, правильно, тут же ничего нет, с чего он будет есть. Я 2 часа гуляла. Скрипит пол. Пришла, часок отдохнула под кондиционером. Сейчас ягодой займусь. Наташа поела на работе, у них какая-то конференция была, там они кормились. В общем, некому сейчас есть. Я сама маленько поклевала. И все на этом. Теперь до вечера вечером на дачу же ехать. За курочками посмотреть. Села в машину. Или если эту не сделаю, значит, на Ладюшиной поедем в машине. Но ехать надо на дачу обязательно. Курочки как там себя чувствуют? Денис уже видео прислал, как он там на водном мотоцикле гоняет. Ай-як. 2 минутки там снял. Вот он любитель машины, велосипеды. А потом этот квадроцикл, помню, гуляли с детьми в парке. Он взгромоздился на квадроцикл. Вот любит, ну он уже с техникой, конечно, на ты. Машины разбирает, собирает, варит, ремонтирует. Чинит свои только, не чинит чужие, только свои. Вот у него машина старая. Он ее ни на кого, говорит, не променяю. Она у меня тонны возит. Старая. Говорит, еще столько же будет ей ходьбы. Как перед весной он ее разбирает. Что-то там приваривает, что-то делает. Мы к нему заходили в гараж в феврале. Сидит там, подтачивает что-то там на слесарном приспособлении. В общем, что-то делает. Там у него и сварка, там у него все. Но гниет машина, она старая, ей очень много лет. Ну, потемнело что-то. А, говорит, это Хонда, это только возить попы свои, больше ничего. Ну, попы тоже надо возить. А на его танке, на том старом, его танк зовут на дизеле, тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, так едет. Ну, много лет, много.
такие помидоры лучше не садить. Здесь вот задница как камень, а сами они трескаются уже. Вот. Вот половину ешь, а половину выбрасываешь. Она как камень, как картошка сырая. Посмотрим. Сейчас, думаю, пусть полежит, посмотрим. Ну, которая треснута уже, все равно надо что-то делать. Ну, вот мы вчера, сколько, 3 штучки, я покрошила только по половинке. Половинки курям вот выбрасываем объедки. Я их режу потоньше. И куры склюют. Абрикосовое варенье уже я доедаю одну баночку. А вишни вот баночка получилась. Чтобы пропало, никто не ел. Так сварила, вкусное варенье, прям косточками пахнет, вишневыми. Ну вот, потихоньку буду заниматься. Сейчас интересно, что с Наташной машиной, мне все-таки интересно же. Когда мужчина поднял глаза, думаю, уйду, не буду его смущать. Открыли вроде бы, пищит. А то у нас даже ключ от дачи, то в машине, елки-палки. Ну все, открыли. Слава Богу. Что значит мужчины? Технари. Аккумулятор надо заряжать. Видимо, аккумулятор сел. Наташа дверь меняла, наверное. Дверь меняла, и ключ не подходит. А сигнализация не открывает. Вот и все. Ой, что-то я огурчик съела. Вот как-то так. Так что вниз на море я видео, может, сюда вставлю. Посмотрите, как он катается на моцике. На водном. А ребенка, ребенок. 43 года. Ну, 43, что сделаешь. И в 70 можно сесть. Я бы с удовольствием на дельтаплане полетала. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Да? Да, брось. Ну, полезла, полезла. Все, 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 все. Ну, слава Богу. Вот они. Они меня не знают. Чё, рыжик, чё? Да я тут тоже. Не укусите хоть. Маленьких пришли кормить. Ну, под руки-то не надо. Ой, какие. Хоть бы они не съели их. Мои маленькие. Вы сытые, что ли? Ай, мои девочки. Мои девочки вон кашу привозят, девчонки. Мои девочки. Такие маленькие. Пробуй, Каську. Все, наелась, что ли? Ах ты, зёпать. Ой, так много, думаю, схотела. Да. Они кнопка. На такое не ели, не огну. Вон в кашу бы немножко еще раз лижут. Эй, кнопочки маленькие. Где такие кнопочки маленькие? Ой. Пыхтит. Пузя полная, кстати, да? Пузя полная, что он наелся. Да, щенками пахнет. Наташа, ты что? Они жрут. Ну, густовато, что ли? Да нет, так да то. Да кашу он какой едят. Пузо, вон, смотри, какой ты чёрный. Ну, каткни маленько, чё же она совсем-то? Да она ела, мама. Она вот, когда я приехала, голодная была, она кефир хлебала. А-а-а. Прям из этот кефир, они были голодные. А, ну, надо было не везти, завтра было. Всё, идите, да пусть это в этой вот стоишь, чтобы собаки не съели, будут есть. Ай, ты козюля такая. Ай, ты хвостик крючочечка. Ай, ты козюля. Ай, ты моя. Ай, мы мои девочки такие. Маленькие мои, кнопочки мои. Кто же вас так подкинул? Кто же вас бросил? Как раз красивый будет у этой. Да. А у этой тоже такой рыжий. А мордаха грязная. Ай, грязная мордаха такая. Ай, такая мордаха. И завтра играется. Посмотришь, съели они. Играется она. Играется такая. Ай, ты. Золотые. Ай, мои золотые. Ай, мои дети. Маленькие деточки. Те здоровые, дети. Что-то охраняют. Их никто дети. Тут не тронет, охраняют. Мои сладкие мордашки.
Поехали. Чуть-чуть. Ну, пока-пока. Маруся, Маруся, иди сюда. А ты ж ничего не принесла, иди скажи. Иди. Ты ж ничего не принесла, чё же ты? Ты ж не дремеча я, Маруся. Ну, всех облаю. А как же, тут лает, а она что, лысая? Надо полаять, ты что? А я, наверное, чужая стою. Я чужая, наверное. Чё. Она смотрит, видишь, как... Они... Нет, она... они смотрят, мужское от ружьё. Маруся. Ничего не привезла. А, вы же любите, чтобы его гладили. Он очень любит. Ну, это ж мужчина, они любят, чтобы его гладили. Еще и лапу дает. Я шла, он мне под локоть. Все зубы целые. Значит, молодой еще. Ты мой красавец. А видишь, она сидит, смотрит. Марусенька, молодец. Моя девочка. Маруся, а что, обижаешься, что ли? Конечно. Обязательно, что я детям привезла. Ах, ты ж хитрючая. Она на аппарат смотрит, скажет, что не выстрелила бы. Цыган. А цыган. А кого такая? Спина. Смотрит так внимательно на камеру. Да, моя. Так, кто вас знает, сейчас стрелять начнете тут? Да, Маруся? Отстрел начнете делать? Ну все, пока-пока. Поехали мы на дачу опять с Наташей. Щеночков покормили и вперед. 7:00. Да? И Наташа моя. Вот она моя Наташа. Поедем. Проведем. 7:08. Ой, ёшки, как быстро время идет. Опять в 9:50 приедем. Курям что зададим еще. Посмотрим, как с водой у них. Поливать. Не знаю, парник, наверное, сегодня надо позвонить. Может быть, по-моему, не надо парник поливать. Потому что огурцы, помидоры не надо бы. Посмотрим. Он как-то через день он тогда полил. Или наоборот, он по день полил, во вторник сам парник полит все равно. Наверное, каждый день только понемножку, может быть, надо. Огурцы можно полить, если сухие. Да они не сухие, они же там еще и накрыты пленкой. Там не испаряется особо. Но все равно понемножку можно ли намочь. Приехали опять на дачу мы. О, лес кругом, одни березки. Ага, не говори. Пошли, эту куры сейчас забегут опять. Не увидим. Еще немножко смородины есть, не все собрали. Спешили вчера, конечно. Лилия какая. Тут ты велики, тут и лошадки, тут чего только нету. Да, уже спайси готовим. Сейчас я к ним в гости приду. Сейчас посмотрю, сколько там еды у них. Сколько там еды. Ой, не переоделась, ёлки, сапожки. Пошла в туфлях. Что вы тут, листочки, как? Ну, сыро. Я не умею огурцы собирать. После меня можно 15 раз собрать огурцы. Переворачивайте телефон. Ты что, такой сборщик с меня? Угу. Польем.
Иду, 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 иду. Кохчите. Ку-ку-ку-ку. Вот они, курочки. Чего, чего ждете? Да, сейчас травки вам нару. Ку-ку-ку-ку. Ждут. Все. О, Наташа Белебеду несет. А я же сапожки не переделала, вот тоже еще. Там еще строить хочется, сарай какой-то. Тут забор только вот начал, вот еще вот сколько ему. Ну, материал лежит. Надо заходить сюда и лопатой штыковой перекапывать. А, ну да, может быть и так. О, паук в своих сетях. Наташа боится идти. Наташа пауков боится. С кого она такая? Я не боюсь их. О, какой большой. Отъелся уже, видно. И кого-то там поймали. В сетях там комары. Ползет. Агрессор. Какой агрессор меня учуял. Или он вон... О, к жертве ползет. Ой, что-то мне второй раз уже такое. То муравьи, то... Ух ты, ух ты, ух ты, спускается. Чё, пугаешь, да? Чтоб я уходила? Пугаешь? А? Я его тронула, он быстро поскакал. Собрали опять огурчиков немножко. И вот, смотрите, 4 яичка в шкарлупе, а одно вот такое мягкое. Чё-то курица прибаливает, чё-то ей не хватает на шкарлупу. На скорлупу. Ой, комары заели. Наташа пошла в душ, а там это, паук. Она, ой, и там пауки. Не хочет Денис в таком доме жить. Это просто они вот дачу купили по случаю. И невестка, жена его, любительница. Она даже здесь одна может остаться ночевать. Я бы никогда в жизни, я побоялась. Она остается в этом году. В том году вроде нет. Ну, а сейчас у них у каждого по машине, поэтому она уже может самостоятельно приезжать, не ждать его. Это все ее дело рук. У Дениса строительство. Вскопает землю этим мотоблоком. Она вот это все садит, все полит, все рассаду выращивает. Все она. Вот. А он вот дорожки делает, водопровод делает. Такое все. Забор вон начал. Еще мало сделал. Одному плохо. Хотя бы на пару бы с кем-нибудь. Поэтому, если они хотят, они хотели бы, конечно, свой дом, но коттеджем. Чтобы там была ванна, туалет, как обычно. Но коттеджи у нас продаются по 10, самое мало миллионов. Нет, у них пока таких денег нет. Вот такие дорожки сделал, хорошо, с каких-то с плит. Хорошо ходить. Я все равно сапожки одела. Пока Наташа в душе. Наташ, сильно холодно? Вода льется, не слышит. Шла Наташа в душе, посмотрела. Вот какая-то картошка зелененькая попозже. Садили, они ее поливали. А это уже все желтеет. Но она же вызрела, уже даже семена сверху, ягодки. Лук тоже неплохой, я смотрю. Все-таки свой лук, он же запашистее намного. Его только надо маленько освобождать от земли. Все равно, какой бы ни был свой лук. Маленькую головочку зажаришь, аромат на весь дом. А купленный зажариваешь целую головку, а запах слабый. Это я из-за опыта своего говорю. О, это что? О, испортился один помидорчик.
Да, это помидоры, знаете, не наши. У них такой ствол толстый, и сами помидоры, наверное, плотные будут. Вот еще здоровый. Тут показывала, тут вот еще какой. О, тоже большой. Ой. И вот. Вот бы часятся, если то хорошие. А вот эти вот не очень. Вот бычье сердце. Эти вот какие-то сливки. Видите, они лопаются. А сами еще не готовы. Половина созрела, половина нет, но уже лопаются. Нет. Сказала пранчи. Теперь я не знаю, нас смотреть будет. Ну, издалека что там. Кто там что будет смотреть? Я вожу камеры, я не знаю. Забрызгано все землей. Огурчики все земли. Такую сетку вот сделали. По сетке они плетутся. Да. Вот как-то так. Брал он это дедушка с бабушкой были под 80 лет. Все такое было. Рухлядь. В доме много переделал. Провел туда воду. В раковину. Благо колодец был, так он шланги везде покидал. Он все умеет. Мы же жили в своем доме. Он не валялся на постели. Он все делал. Вместе с отцом и по огороду все. Сознательный был. И огребет картошку, и прополит. Он все умеет. Строительство он умеет. У нас свекр был строитель. Дом так строил вообще хорошо. Так что есть у кого. Руки растут нормально, откуда надо. Вокруг лес. У них последний дом. Торце. Ну все, на этом хватит. Что тут показывать? Тем более каждый день ездим. Вот он картошку вырыл. Мы приехали, нам ведро засыпал. То я хотела картошку везти. На меня как накричал. Чем мне картошку? У нас картошки столько. И кто ж мы садили, и мы не участвовали в другом бом. Мне тоже так неудобно. Ну, раз мы смотрим задачи, мы заработали. Шучу. Мы не встречаемся в одном городе и не можем увидеться. Все на работе, да по делам. Ну все. Может, дорога еще сниму немножко. Одно и то же, одна и та же дорога. Все, поехали. 9 часов, как и вчера. Наташа работает до 6, пока доедет. Вот Свен говорит. Люди на даче. Свет горит. Вот она машина. Выезжаем. Слава богу, машину открыли. А так вот бывает. Клейма слетела с аккумулятора. Клемма. Да, клемма, я знаю. Я даже знаю, как она себя представляет. Крокодильчики. Нет. Нет? Другие? Крокодильчики — это как раз такие провода, которые... А, ну клемма, он все время, ну я со слов. На клемма, значит, говорили. Но это к тому, что без этого... О, свет. Ох, тут свет еще есть. Ёшкин кот. Освещает. Конечно. Пропускная система. Мы тут... Без пропуска нас пропустили. Поверили, что мы курьей едем. Ну, Денис скинул пропуск, но она глянула. Говорит, вы говорите, что все время курьей. Я буду знать, женщина там. Все, тут пропускная система по пропускам. Ну, это хорошо. Дорога, правда, плохая. Зараза.
Все, давай, езжай. Все, езжай, езжай. Сняла. Все. Thank you.